Здравствуйте, меня зовут Лена. Это мой сын Валера, ему 14 лет. У него аутизм. Месяц назад мы обратились к Давиду за помощью. Началось наше общение. После первых сеансов у ребенка произошли очень сильные изменения в поведении. Вот, он стал меньше раздражительный. Он перестал щипать себя за щеки. Раньше, когда мы к нему обращались за какими-то просьбами, он сильно нервничал, вот, поэтому контакта у нас не получалось. Теперь он охотно выполняет наши поручения, какие-то появляются навыки, новое самообслуживание, помогают нам в работе по дому, учится мыть посуду, учится заправлять постель, вот. Появляются те навыки, которых мы не могли добиться долгие годы. Изменения произошли во время занятий наших. Он стал лучше концентрировать внимание, стал аккуратнее почерк у него. Вот. Стал лучше запоминать обучающий материал. Изменения есть и в моем здоровье тоже. У меня на правой ноге лимфостаз. Нога сильно опухала, после наших сеансов нога практически не опухает. Вот. Общаемся мы в течение месяца, и, конечно, результаты нашего общения вообще очень сильно нас радуют. Мы очень благодарны Давиду, надеемся на продолжение наших сеансов. Спасибо большое Давиду.